Первым. Итак, за первое место в соревнованиях по футболу, посвященных празднику Дню физкультурника, награждается команда села Березник и вручается переходящий кубок. Свои идеи, своих родственников. Первый этап. Берем палочку, не роняем, бежим сюда, передаем свою команду. Так, Неся бежит. Его знают, я их называю. Передаем палочку, не бросаем, отдаем. Бежим. Третий этап. Оставляем палочку там. Так, отрыв. Метров 8 уже составляет. Так, бежим. Баря бежит. Ксюша бежит. Давай, давай, старайтесь. Разрыв сокращается. Передаем палочку свою команду. Взрослые чуть-чуть помогаем. Подсказываем, куда отдавать палочку. Так, разрыв снова сократился. Стартует Женя и Ваня Волов. Женя Полев лидирует. Это у нас пятый этап. Так, Диана. Со своим братом сравнялись. Давайте, 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 давайте. Сколько осталось Валентиновича? По одному человеку с той стороны осталось. Алина бежит низкая. Отдаем палочку свою команду. Так, чуть-чуть ошиблись на передаче. Так, и финиш будет с той стороны, в эту. Здесь будет финиш. Последний этап бежит.
Итак, это, я думаю, финиш. Так, молодцы. Тренируйтесь чуть-чуть, не хватило. Может, не хватило удачи сегодня вам. Жители Ростовского округа, очень приятно сегодня награждать людей, которые принимают активную позицию в улучшении жизни нашего округа. И сегодня я хотела бы наградить грамотами двух замечательных людей. Они у нас являются дачниками, приезжают только на летний сезон, но они всегда у нас в первых рядах, если у нас проходят субботники, воскресники. И сейчас грамотой муниципальное образование Березницкое Устьянского района Архангельской области награждает Парфенова Валерия Васильевича за активную жизненную позицию и социально значимую общественную деятельность, направленную на благо Ягинского округа. Семейная пара Бутарина, Григорий Степанович и Бутарина. В честь 90-летия Устьянского района хочется сегодня отметить наших жителей, которые прожили большую, насыщенную всякими событиями, и радостными, и горестными, наших долгожителей. Их у нас на нашем Ягинском округе 7 человек. Этим людям достойным уже по 90 и более лет. Все они прошли большой жизненный путь. Началось их детство еще в годы коллективизации, образования колхозов. И с самого детства им пришлось трудиться очень много. И в лесу белокрылая чайка на одной.